Всем привет, меня зовут Марина, и я работаю в сети фитнес-клубов «Атлетика» тренером групповых занятий, начиная с 2008 года. Я начала заниматься фитнесом, на самом деле, не так, как все. Я не занималась всю жизнь никаким ни спортом, ни танцами, хотя у меня была огромная мечта. Я в детстве очень хотела стать балериной, хотела заниматься какой-либо гимнастикой или каким-либо видом спорта или танцами. И просила маму: пожалуйста, пожалуйста, я очень хочу этим заниматься. Но у меня была музыка, и всю жизнь я занималась музыкой, музыкальная школа, музыкальное училище и так далее. Но, тем не менее, мечта она оставалась, и я к ней стремилась, и уже закончив высшее педагогическое по классу фортепиано, я пошла и выучилась на тренера по аэробике. Почему я выбрала именно аэробику? Потому что это тоже чем-то похоже на танцы, это тоже достаточно энергично, и ты можешь как танцевать, ты можешь получать от этого удовольствие, и плюс ко всему ты работаешь с людьми, поскольку я все-таки преподаватель, я педагог изначально, поэтому у меня получается, что я объединила и свое педагогическое образование, то, что касается музыки, и точно так же объединила спорт, то, к чему я так стремилась. А то, что мне больше всего нравится, и то, что меня больше всего вдохновляет, когда я именно провожу тренировки, это то, что я думаю о том, что мои тренировки, они приносят пользу людям. А я вижу, улучшается их здоровье, я вижу, что улучшается их визуальная внешность, их визуальный вид. И они счастливы от этого, да, и мне очень приятно доставлять им такое удовольствие, чтобы они, приходя на мои тренировки, приходили снова и снова и становились более счастливыми, более здоровыми, более крепкими и так далее. Продолжая мысль о том, что мои тренировки должны иметь пользу для людей, я должна думать о том, чтобы мои тренировки были разнообразными и интересными, поэтому каждый раз я продумываю о том, что будет завтра, какие упражнения дать для того, чтобы каждая тренировка, она чем-то отличалась, и чтобы действительно была польза, чтобы человек мог развиваться. И могу сказать о том, что нету ничего недостижимого в нашей жизни, и все мечты, они могут сбываться, это как раз тоже касается меня, то есть у меня была мечта стать спортсменом или танцевать, или стать фитнес-тренером. На самом деле, вот она, мечта, она достижима, и все вполне возможно в нашей жизни. Поэтому ничего не бойтесь. Если у вас есть какое-то желание, если у вас есть какая-то мечта, стремитесь к ней, делайте все возможное, и у вас обязательно все получится.